места на срок до 15 суток в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Вот это такого административного правонарушения направляется в суде в течение 2 дней со дня составления указанного протокола. В целях исполнения назначенного административного наказания в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации содержать клаузу сотрудницы в специальном учреждении Центра временного содержания иностранных граждан МВД России по Томской области, город Томск, переулок Карский, 23А, предусмотрено федеральным законом 25 июня 2002 года, номер 115-д, по новому положению иностранных граждан Российской Федерации. Постановление 5-го, 48 суток, в течение 10 суток со дня получения, вручения копии постановления. Судебное состояние закрыто. Проверка у нас ожидается?